Несмотря на то, что коридоры украшены шариками фиолетового цвета, который символизирует недоношенных детей, сегодня у врачей Видновского перинатального центра обычный день и обычные радости. У жительницы деревни Мисайлова Дарьи Волковой были преждевременные роды. Спустя 3 недели девочки София и Есения с мамой ждут выписки. Персонал медицинский на уровне, и отношения, и чистота в самом роддоме, и сейчас, где мы находимся, уже в отделении недоношенных, и отзывы девочек, то есть уже со мной вот 4-я соседка лежит, потому что мы пока что вес набираем. То есть все отзываются очень положительно. Появление недоношенного ребенка – это вызов для родителей и врачей, которые они с мужеством принимают, особенно при рождении детей с экстремально низкой массой тела. Длительный и тяжелый путь как для нас, так и родителей. И тут уже работают все, что называется. Это и анестезиологи, реаниматологи, и врачи-неонатологи, которые непосредственно выхаживают этих детей, особенно детей с экстремально низкой массой тела. Это и реабилитологи, а реабилитацию мы сейчас подключаем с самых первых дней жизни. То есть для того, чтобы сделать все, чтобы этот малыш как минимум выжил, а как максимум у него еще было и хорошее качество жизни в будущем. В честь Дня недоношенных детей врачи и пациентки приняли участие в проекте «Стихи живут повсюду» и исполнили произведение Андрея Усачева «Самый лучший день». Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Из какой капусты вырастают дети? Или это аист их принес? Или наш малыш с луны свалился и лежит на целый мир вопя? Нам важнее то, что он родился. Очень важно то, что ты родился. В общем, с днем рождения тебя! День рождения – праздник самый лучший. Пусть у всех прибавилось забот. Без тебя нам было очень скучно, а с тобою все наоборот. Без тебя мы радости не знали, без тебя не верили в себя. Как тебя, малыш, нам не хватало, нам тебя ужасно не хватало. В общем, с днем рождения тебя! Принесет река тебе водицы, от беды укроет добрый лес. Пусть твой день рождения распевают птицы, и сияет солнышко с небес. Быть красивым, умным, добрым, сильным пожелаем мы тебе, любя. Но важнее, чтоб тебя любили. Очень важно, чтоб тебя любили. Чтоб все-все-все тебя любили. В общем, с днем рождения тебя! Согласитесь, что стихи из уст врачей, которые борются за жизни новорожденных, звучат по-особенному. Ну, стихи, которые мы читали, конечно, отражают такое причастие к рождению ребенка. Мы каждый день ждем рождения недоношенных детей. К сожалению, недоношенные дети рождались всегда и будут рождаться. Мы от этого никуда не денемся. Все стихи про рождение, они такие очень трогательные, очень задушевные. И эти стихи также. В поддержку проекта «Мнение Фиолетово» благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» Видновский перинатальный центр в ночное время подсвечен фиолетовыми огнями. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.